Всем привет! Сегодня 26 марта. Я нахожусь в районе городов Рубежная, Сердинск, Лисичанск. Коротенькое ежедневное видео о происходящем вокруг нас. Правда, вчера я не снимал видео. Почему-то как-то не дошло дело до видео. И устал, что-то настроение не очень. Но вы не переживайте, у нас все нормально. Ночь 25 числа прошла на удивление тихо. Ну а вот утром, как обычно, около 6 часов, конечно, началось. Вчерашний день совсем был неспокойный. Шумело-гремело вокруг. И, по-моему, были слышны звуки самолета. Громче всего вчера было в Рубежном, вернее, в том районе. Смотрел видео про Северодонецк. Что-то про Лисичанск никто ничего не снимает. Так искал, вроде ничего не увидел. Как будто там немного тише вчера было. Про обстановку в поселке Щедрищево я скину ссылочку, кому интересно, с той стороны, что человек рассказывает. Я нахожусь вообще с другой стороны. Мне вот, например, слышно, что там в той стороне какие-то звуки эти все. Но оно непонятно, где что конкретно происходит. Итак, вчерашний день прошел неспокойно. Вот после обеда уже не помню, вроде бы как немного тише стало. Но потом на ночь опять возобновилось. И сама ночь сегодняшняя прошла вообще неспокойно. То есть и в 4 часа взрывалось, я просыпался, было шумно. И в 6, и без чего-то 7. Но сейчас вот время в районе 11 стало вроде бы так потише. Дело движется к обеду. У нас светит солнце, тепло на улице, но ветер сейчас поднимается сильный. Может быть, поэтому звуки разносят и не сильно слышно их. Сейчас вы на фоне видите видео. Я снимал его 4 месяца назад, то есть в прошлом году. Это произошло в конце дня. Я работал на фасаде, на лесах. И заметил на западе, там где солнышко садится, то есть светящийся такой, это как прожектор. Увидите все. Поначалу, если честно, мне так что-то вообще внутри меня ёкнуло так. И мне показалось, что это вообще не к добру, какой-то знак такой не очень хороший. Ну а поскольку я в душе всегда стараюсь быть оптимистом, заставил себя думать и внушил себе о том, что это хороший знак все-таки. После этого видео я то видео поставлю в оригинале. Так, ладно, ребята, буду заканчивать видео. Всем спасибо за внимание, всем спасибо за поддержку, всем мира, добра, любви, тепла. Всем пока, до встречи в новом видео. Солнце заходит и луч такой дает. Как будто прожектор светит. Вернее, солнце, оно село уже. То есть на камеру, может, не так видно. Это не солнце, как оно светит. Солнце уже за горизонтом село. Минут 10 прошло, освещение остается. К чему бы эта красота какая? Как будто фигурка какая-то. Что вам напоминает? Напишите в комментарии. Уже темнеть начало, а оно все равно светится. Ну ладно, пусть светится.